Вот и завелся. Сейчас, конечно, дымит там, обгорает все, что в масле было. Вот карибчик завелся. Завелся хорошо. Видите, все работает. Вроде не дым, ничего не сопливит. Надо его прогреть. И все обгорело здесь. Где-то в масле, где-то все как, где-то пролил там дефриза немножко. Ничего, нормально вроде. Работает ровненько, все четенько. Все. Рыбчик на ходу вроде как пока еще не ездил, только-только первый запуск. Будем посмотреть дальше, что будет. Как чего ведет себя.